тех мамочек, которые будут... Нифига себе, я думал, что чтобы работать косметологом, нужно обязательно врачебное образование. Не, нужно образование юриста, чтобы потом, когда у людей лица гнить начнут, ты мог себя защитить. Это жесть какая-то. Вколол что-то не туда. Такой, я вообще-то Кать! Юрист, я себя защищу. Подойди сюда, у нас просто знакомая, сейчас я спрошу у Кати. Катя, а чтобы работать косметологом, нужно врачебное образование? Ну, колющим, да. Если только уходовые процедуры, всякие мазюколки и прочее, то нет. А она колет, да, Юлик, вот это? Да. Я думаю, это все делает. Но вряд ли она на врача училась. Но тут колет юрист по образованию. Она, может, закон нарушила. Может быть, у нее просто поэтому на юриста и отучилась. Вообще, да. Не, нужно сначала... Ну ладно, я тебя понял, спасибо. Ординатура, дерматолог, и уже потом доучиваться на именно... Все, я понял. Как много всего. Пекать своих детей. У меня своя методика.